29 апреля в университетском городке Казанского федерального университета прошел антикоррупционный квест. В рамках республиканского конкурса «Антикоррупционная комиссия» Института филологии и межкультурной коммуникации организовала квест, призывающий студентов бороться с коррупцией. О подробностях мероприятия нам рассказала Регина Рустамовна, сотрудник Института филологии и межкультурной коммуникации. Первая из них – это теория, конечно же, то есть что означает слово «коррупция», определенная дата с коррупцией, которая известна всем. Также есть точка, где нужно дебаты устроить, также фотографию сделать и так далее. То есть 7 точек, все интересные, разные. В мероприятии приняло участие 8 команд. Сборная команды Института филологии и межкультурной коммуникации, команды Института психологии и образования, команды Института математики и механики и многие другие. Ну, задание средней сложности. Сложно было, когда задания были связаны с литературой, возникли сложности, а так очень интересно. После подведения итогов первое место заняла сборная Института математики и механики. Второе место досталось студентам юридического факультета, а на третьем месте оказалась команда Института филологии и межкультурной коммуникации. Юлия Гизединова, Полина Ложкина, Универньюз.